Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня в видеоролике мы постараемся передать вам всю атмосферу, которая царит в лаборатории в момент снятия технических характеристик испытуемых электродвигателей. Ну а это технические характеристики, которые заявлены заводом-изготовителем испытуемого двигателя. На 90 уже температура обмоток заявлена, у нас корпус 90. Это максималка вообще для этих двигателей. Так, с КПД 50% этот двигатель кипит сам себя. Разница с паспортными данными почти 10% с КПД. Соответственно, у нас в нагрев корпуса улетает ровно половина энергии. Соответственно, сам корпус прогретый до 90 градусов, а обмотки, я не знаю, там 110-120, наверное. Короче, ну а на этой ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дуйнова». До новых встреч!